Друзья, всем привет! Сегодня у нас 18 или 19 декабря. Да, 19 декабря. Время сейчас 9 утра. И вот даже, наверное, на камеру видно, какие сумерки. Вроде утро расцвело, а нифига не расцвело. Вот такая вот полутемень. Копилочка. Сегодня сделаем наш обзор по заполнению копилочки. Снег капает, вся машина в снегу. Надо вот так делать. Когда снег мягкий, его сдувать легко, чтобы внутрь машины не попал. Пока копилочку уберу сюда, поставлю. В общем, я вчера привез целую гору вторсырья. С одного местечка опять привез. Сейчас покажу вам. Вот там в основном деревянная и пластмассовая. Вот так вот. Целую горищу привез опять. Тут деревянные ящики бэушные, ломаные. Там поддоны, целая гора и пластмассовые ящики. Фонд накопления в наш на будущую переработку. Сейчас раскидаю это все, деревяшки отдельно уберу на растопку. А вот картонки еще есть. Картонки тоже фонд накопления. И пластмассовую уберу в фонд накопления. А пластмассовую я в другое место уберу, увезу. Там, где у меня УАЗик стоит. В тот гараж. Сейчас чуть попозже продолжу про копилочку расскажу. Сейчас разгружусь, пересортирую эти ящики и продолжим. У нас сегодня минус 15 на улице. Сел в машину, завелся, прогреваюсь. Пока машинка греется, запишем в тепле видосик по сбору нашей копилочки. Давненько не записывали. Сколько, наверное, уже дней 5 прошло. Там немножко поднакидали, я видел, денежек на Сбербанк. Сейчас пока Сбербанк загружается, я проверю, хватит ли у меня денежек. Потому что там сотни и пятидесятки должны быть, а у меня только 1500. Может, придется ехать за разменой. Сейчас я пока проверяю. Сбербанк загружается. Пока проверяю, воспользуюсь моментом, передам привет отдельный персональный персонажам из Северодвинска. Иванов Виталий Алексеевич, который в суд на меня подал. И Попов Константин Евгеньевич, который обманул меня. В связке они работают, оказывается. Это-то ладно, на нем уж клейма ставить негде. Ну там еще история, все впереди. Не так все просто, так просто они от меня еще не отделаются. А вот насчет этого персонажа, я говорю, удивлен. Старый дед, пожилой, возраст уже у него, советская закалка, как говорится. А такими делами занимаются, нехорошими. О! Здорово, Миша. Здорово. Слушай, у меня тут видео идет, записываюсь. А, да. Все, ребят, чуть попозже тогда продолжим. У меня друг пришел в гости. Итак, друзья, погнали. 500 рублей. Зинаида Анатольевна Б. Без смски. Зинаида Анатольевна, спасибо. Ваша монетка отправляется в нашу копилочку. Так, вот раз. Сегодня немножко неудобно, ограниченное пространство, так что буду пытаться выйти из ситуации в ограниченном помещение. Ольга Евгеньевна Ша. 1000 рублей. Ольга Евгеньевна, спасибо. Без смски тоже. 1000 рублей отправляется в нашу копилочку. Все ли там видно? Так, идем дальше. Светлана Михайловна М. 500 рублей. Без смски. Светлана Михайловна, спасибо. Ваша монетка отправляется в нашу копилочку. Так, Дмитрий Альбертович С, 200 рублей, и смска на развитие хорошего дела. Так, Дмитрий Альбертович, ваша монетка отправляется в копилочку, 200 рублей, спасибо. Итак, идем дальше, Бибинур Газисовна Б, 300 рублей. Бибинур Газисовна, спасибо большое, ваша монетка отправляется в нашу копилочку. Так, ага. Идем дальше. Кирилл Андреевич М. 50 рублей. И смска группы ВК. Северодвинский кожевник. Кирилл Андреевич, спасибо. Ваша монетка отправляется в нашу копилочку. И вроде... А, нет, еще есть. Еще есть 100 рублей. 100 рублей. А вот их у меня, ребят, все уже не закончились. 100 рублей у меня нет.
Тогда я эти 100 рублей озвучу в следующий раз с них и начну тогда. Все, друзья, погнал. Повез вторсырье в гараж. Отвезу ящики пластмассовые. Покажу вам, кстати, где у меня УАЗик стоит с теми ящиками, с предыдущими. Выгружусь. И надо гнать на работу. Времени уже очень много. А я еще на работу даже не выехал. Все, чуть попозже продолжим с ящиками выгрузку. Погнали. Итак, все, ящики выгрузил, как видите. Поддоны только осталось сейчас выгрузить, выкинуть. Деревяшки на растопку, а пластмассовые ящики я привез вот сюда, в гараж. И в гараже их выгрузил. Вот у меня УАЗик стоит. С прошлыми накоплениями. Здесь у меня полный УАЗик этих ящиков пластмассовых. И у меня вот такой, ребята, гараж выделил я под наше мероприятие, под будущее. Вот такое огромное тут место есть, высокие потолки, кирпичные стены, даже яма есть смотровая под ремонт машин. То есть я не просто собираю деньги со зрителей, да, с подписчиков, а и сам уже начал делать свои вложения в этот процесс. Вот даже, допустим, этот же самый гараж выделил свой под это дело, где будут стоять станки, где будет проводиться работа по сортировке и по переработке этого мусора. Можно было пойти по легкому пути, по более легкому, и по денежному пути можно было бы сдать этот гараж под ремонт автомобилей, сдать в аренду можно было бы и зарабатывать на аренде деньги, не парясь и никаких проблем не получая с этой переработкой, с этими станками. Но я все-таки хочу, ребят, настроить переработку. И переработка будет у меня вот в этом месте, в этом помещении. Тут 380, как видите, как раз самое то для станков. 380 напряжения и высокие потолки. Как раз тут под все высокое оборудование. Все, я сейчас ящики положу в этот УАЗик, закину. Или пусть тут лежат, неважно, не мешают. Вот у меня уже сколько накопилось. И мешки с этими, с банками, с бутылками, с пакетами у меня в деревянной сарайке убрал. Сейчас не пройти, снега по колено. Потом прочищу снег, да пройду, покажу. Все, погнал на работу. Сейчас что еще интересное будет, покажу. Что-то еще хотел, забыл. Ладно, вспомню, продолжу. Вот здесь, в общем, будем работать. В таком гаражике. Как вам помещение? Пишите комментарии. Осталось только оборудование поступить, купить и поставить. Помещение есть, электричество есть, материал есть, нужны станки. Кто-то мне звонит, я побежал, отвечу. Приехал домой на обед. Время 2 часа, начало 3-го. И вот видите, уже опять сумерки. У нас середина зимы. День коротенький-коротенький на севере. Утром не успеет расцвести, как уже сразу начинает темнеть. В общем, я приехал на обед. Сейчас надо печку затопить, потому что я сейчас снова уеду на работу, а вечером приеду, буду дома, дома будет дыбак. Чтобы было потеплее вечером, нужно сейчас затопить. Для этого перевести дровишки на тележке. Ну, это я уж не буду показывать. Ролик у меня и так получился сегодня затяжной. Хотел еще дальше рассказать про оборудование. Выбрал я первый станочек из технологической цепи. Но это я в следующий раз расскажу, в следующем ролике. Мы тут с товарищем с одним встретимся и вместе вам все расскажем. Сегодня ролик длинный получился, так что не буду затягивать. Все, всем спасибо, всем пока. До скорой встречи, увидимся. А я дрова повез, буду печку затапливать. Сегодня минус 15, печка у меня молчит, как видите. Не топится, надо исправить эту ситуацию. Всем пока.